А что у тебя в кульке? Каким интерес? Я журналист. Нет, смотри, я, допустим, кидаю обычно. Но если кидаешь, то 30 лет. Ну скажи, что у тебя в кульке? Клей. Давно употребляешь? Мало клей. Почему? Потому что я принужденный. А из-за чего так получилось? У меня отец был. Наркоманом? Или умер? Наркоман. Наркоман. У тебя есть где ты живешь? Я живу в Сен-Жер. А почему, ну, извини, конечно, за вопрос, а почему ты прям, ну, среди центра города нюхаешь клей? Полиция ничего не говорит? Говорит. Что они тебе говорят? Чтобы я отошел, и плюс к этому штраф. 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 Но почему они, то есть тебя никто никуда не забирал даже? Не, берет. Берет. Ну а да ты сам как думаешь, стоит ли среди дня в центре города нюхать клей? Здесь же проходят дети маленькие, они это все видят, подростки. Не обижайся за такой вопрос. Как ты думаешь? Я не согласен. Почему? Потому что нужно, чтобы была чистота и чистоплотность.